Гречку хорошо помыла и теперь заливаю водой буквально на пару минут. Мясо нарезаю небольшими кубиками. Сегодня у меня свиная вырезка. Подходит также говядина или курица. Морковь тоже нарезаю довольно крупным кубиком. С гречки воду, конечно, слила и теперь добавляю к мясу. Добавляю соль по вкусу, сушеный чеснок, смесь перцев и немного зиры. Все перемешиваем. Теперь добавляю грибочки. Сегодня у меня шампиньоны, вот такие маленькие. Можно, конечно, взять обычные и просто их порезать. Теперь наш вкусный ужин перекладываю в пакет для запекания. Теперь добавляю воду. Гречка и вода в соотношении 1 к 2. Пропорции, как всегда, будут внизу под видео. Добавлю еще немного сливочного масла. И завязываю пакет. Друзья, а теперь ставим лайки. И берем зубочистку. Протыкаем пакет. И ставим всю эту красоту в духовку запекаться примерно на 50 минут при температуре 180 градусов. У меня гречка с мясом запекалась 55 минут. Осторожно открываем, потому что все очень горячее. Посмотрите, какая гречка получилась рассыпчатая. Гречка бесподобная, очень вкусная. Рассыпчатая, как я люблю. Мясо тоже сочное, мягкое. Ребята, обязательно приготовьте. Подписывайтесь на наш канал и не пропускайте новые рецепты. Прошу к столу и приятного вам аппетита!